депутаты Каменского районного собрания. Собравшись поздним вечером, отгородившись от своих избирателей, провели опросное голосование. Не считаясь с мнением жителей нашего города и большинством голосов, сложили полномочия с исполняющей обязанности главы района Гордиенко Евгения Николаевны. Этот ролик разлетелся по соцсетям и превратился во флешмоб с хэштегом «За Гордиенко». Отстранение от должности временного главы администрации здесь посчитали предательством. Впервые за долгие годы о Каменском районе стали говорить как о перспективном. Каменцы перечисляют, за прошедший год в районе начался ремонт дорог, социальных объектов, теплосетей, водопровода. А депутаты зачли неудачный отопительный сезон. В итоге 12 из 20 избранников проголосовали за отстранение Евгении Гордиенко от должности. Своевременного подключения котельных нам удалось достичь путем согласования графика погашения задолженности с энергоснабжающими предприятиями. Каменские тепловые сети в 3 раза увеличили кредиторскую задолженность. То есть, если прошлый отопительный сезон закончили с кредиторской задолженностью в 70, дай бог памяти, 6, что ли, миллионов, этот отопительный сезон закончили с кредиторской задолженностью 224 миллиона. Более того, бывшие соратники полагают, она причастна к хищениям средств на ремонт дорог и прокладывание теплосетей из БУ материала. Но пока это лишь домыслы. Вообще, если бы было правильно, вот вообще вот все по жизни правильно, да, то Василий Иванович не только бы отстранил Гордиенко, а еще бы и несколько уголовных дел возбудил. И у меня есть основания для этого. Так как Гордиенко все это время была исполняющей обязанности главы района, считают депутаты, они вообще могут не мотивировать свое решение отстранить ее от работы. Сама она намекнула, что к ее смещению с должности могут быть причастны третьи лица. Но уже попрощавшись несколько дней назад, теперь сдаваться не собирается. Конечно, мне есть за что бороться. За мной стоят люди. Когда произошел так называемый импичмент, честно сказать, не ожидала, что каменская общественность и сельские жители окажут такую серьезную поддержку. Я не могу подвести тех, кто в меня верит. Это даст стимул для дальнейшей борьбы и отстаивания интересов жителей нашего района. Решением суда депутатское голосование признано незаконным, и Евгения Гордиенко восстановлена в роли заместителя главы района. Несмотря на это, депутаты намерены добиваться прокурорской проверки и полного отстранения. А пока исполняющим обязанности главы стал Алексей Жихаренко, скорее всего, также временно. Классический вариант борьбы элиты за власть. При том, что там, ну, как бы существует несколько групп игроков, которые борются, да, и этот конфликт корнями уходит там, ну, в достаточно глубокое прошлое. Необходимо все-таки не то чтобы за стол переговоров садиться, да, но окончательно разрешать историю с назначением мэра и формированием новым мэром под себя команды. Политолог считает, что решить проблему могут только краевые власти. Дележка должностей закончится только тогда, когда будет назначен постоянный руководитель. И как скоро край вмешается в каменские политические игры, неясно. Вот уже 2-й год район остается в руках временного главы. И решит ли он его проблемы – открытый вопрос. Полина Жданова, «День с толком».